И называется он «Мятеж». Это 8-серийный фильм или сериал, кому как нравится. В основе лежит историческое событие, заглавное «Белогвардейский мятеж» 1918 года. Пришла идея, наверное, автору Дмитрию Терехову, сценаристу. Ну, я думаю, что вы сможете его посмотреть на Первом канале или скачаете в интернете. Когда примерно? Ну, думаю, что не раньше 1917 года. Мы только сейчас снимаем. К декабрю месяцу закончим снимать его. Начнем работать над монтажом. Постпродакшн будет, музыка, графики много. Ну, я думаю, что не раньше осени 18-го, как мне кажется, 17-го. Ну, может, и в 18-м как раз под событие. Стараемся не сильно отступать от исторической достоверности. «Боржа смерти» тоже у нас фигурирует в истории. Конечно, это художественный фильм, не документальный, поэтому много чего там надумано, придумано. И если нас будут смотреть историки, они будут, наверное, задавать ряд вопросов. Может, не нам, а себе. А зачем? А почему так? Ведь было, наверное, по-другому, но это... художественное произведение, я повторюсь, не документальный факт. Мы снимаем вот сейчас часть на набережной, часть в Губернаторском саду. Несколько смен у нас будет в Карабихе, несколько смен в Норском. Но Норское у нас в роли небольшого города под Смоленском. Вот, часть мы снимаем в Костроме. Главные роли исполняет Любовь Аксенова в роли Лизы Журавлевой, в роли князя Крушевского у нас Юрий Чурсин, в роли Володи Сычева Алексей Бурдуков. Понятно, что кроме самого мятежа в основе лежит история любви, конечно же, да, как большинство фильмов невозможно без любви, и основные темы в кинематографе все равно любовь и смерть. Да, и смерть у нас — это историческая вот эта часть, мятеж, а любовь — это такая, как нам кажется, версия классического сюжета «Красавица и чудовище», когда девушка вынуждена выйти замуж за нелюбимого человека, чтобы спасти свою семью, спасти своего отца, спасти своего любимого, настоящего. Ей кажется, что этот человек, за которого она вынуждена выйти замуж, это то самое чудовище, да? Не в мифологическом каком-то смысле, а именно в психологическом. Вот, и это чудовище в конце нашей истории оказывается прекрасным принцем.